Приветствую вас, дорогие друзья! В предыдущем первом уроке школы YouTube мы научились создавать аккаунт Google, а в этом втором уроке мы научимся создавать YouTube канал. Итак, мы с вами находимся на почте Gmail, которую создали в предыдущем уроке. Теперь нажимаем на значок в правом верхнем углу и тут во втором ряду выбираем YouTube. Теперь, когда мы попали на YouTube, мы нажимаем кнопочку «Войти», вводим свой пароль. Итак, после того, как мы ввели пароль, мы попали на аккаунт YouTube. Теперь нажимаем на вот этот значок и выбираем «Творческая студия». Теперь, дорогие друзья, нажимаем на «Создать канал». Обратите внимание, канал можно создать двумя способами. Либо как авторский блог, где вы можете ввести свое имя и фамилию, либо можно использовать название компании или какой-либо бренд. Я настоятельно рекомендую создавать канал именно по вот этой вот ссылке, по использованию названия компании. Во-первых, там можно писать любое количество слов, это раз. Во-вторых, данные аккаунты можно передавать на удаленные доступы, то есть там есть дополнительные функции. Поэтому мы выбираем данную ссылку, кликаем по ней, и теперь тут мы можем указать название канала. Обратите внимание, друзья, если вы создаете авторский канал, то прежде чем придумывать название канала, подумайте, о чем будет ваш канал, и используйте ключевые слова в названии канала. Это очень важно. Если же вы создаете серый канал, вы будете его монетизировать каким-либо образом, неважно, с помощью монетизации на YouTube или благодаря тому, что вы будете лить трафик на VPN AliExpress, то подумайте, какие ключевые слова вашему каналу помогут продвинуться, и также применяйте их в названии. Если же этот канал создается с учетом только проверки контента, то название абсолютно не важно, можете написать любое. Но я, допустим, назову канал «Все о заработке в интернете без вложений». После этого выбираем категорию канала, я выберу компания или организация, и обязательно ставим галочку «Я принимаю условия использования». Теперь нажимаем кнопочку «Готово». Теперь мы видим, что наш канал успешно добавлен и создан. Теперь еще необходимо сделать пару настроек для полноценной работы канала. Для этого мы нажимаем на вкладку «Канал». В открывшемся меню, обратите внимание, друзья, есть такая функция «Подтвердить». Нужно обязательно подтвердить ваш аккаунт YouTube. Нажимаете на кнопку «Подтвердить». После этого нужно ввести свой номер мобильного телефона. Друзья, обратите внимание, номер мобильного телефона вводите тут тот же самый, что вы вводили при создании почты. И не забывайте, что я всегда советую, неважно какой у вас канал, авторский или серый или черный, какой угодно, на один номер телефона привязывайте только один аккаунт. Итак, я выбираю «Получить смс», ввожу свой номер телефона и нажимаю кнопку «Отправить». Теперь ждем на телефон шестизначный код. Итак, код пришел, вводим его и нажимаем кнопочку «Отправить». Поздравляем, ваш аккаунт YouTube подтвержден. Теперь нажимаем кнопочку «Продолжить». Итак, теперь видим, что аккаунт подтвержден. И теперь, дорогие друзья, я хотел бы вам подчеркнуть важные вещи. Во-первых, смотрите, когда вы нажмете на значок в правом верхнем углу, у вас будет видно, как будто бы у вас два канала. На самом деле у вас канал один. И все тут правильно. Система не глючит. И когда будете заходить в свой канал, смотрите внимательно, потому что если вы пройдете по вот этой вкладке, то там будет совсем уже другое. А то многие просто по ошибке заходят во второй аккаунт и вдруг пугаются, потому что не могут найти свой YouTube аккаунт. Поэтому будьте внимательны здесь. Важный момент, друзья, еще раз повторюсь. В один аккаунт заходите с одного браузера. С одного браузера не заходите сразу в несколько аккаунтов. И также помните, что на один телефонный номер создается один аккаунт Google и один YouTube канал. Не смешивайте их. Если вдруг у вас на одной почте несколько каналов, и по каким-либо причинам один канал у вас забанят, неважно по каким причинам, виноваты вы или нет, то другие каналы могут также забанить. Поэтому разделяйте все свои аккаунты для того, чтобы снизить риски. Итак, теперь важный второй момент. Есть такая штука, как монетизация.
Для партнеров EPN AliExpress она вообще просто не нужна. Ни в коем случае ее не включайте. Она повышает риск вашего бана, и она будет вам только мешать, вы на ней не заработаете. Если же у вас цель создать серые каналы, то тоже пока монетизацию включать не нужно. Про серые каналы мы еще поговорим отдельно. Если же у вас авторский канал, то монетизацию тоже ни в коем случае включать вначале не нужно. Потому что денег она вам, поверьте, вначале абсолютно никаких не принесет. А вот проблем, да, принесет, потому что когда включена монетизация, то YouTube будет пристально за вами уже смотреть. И так как вы еще далеко не все знаете и не знаете всех правил и можете легко их нарушить просто по незнанию, то вы можете легко получить страйк или вообще бан канала. Поэтому, друзья, не включайте монетизацию, неважно чем вы занимаетесь, авторский, серый или канал для трафика, монетизацию нам пока включать не нужно. И следующий важный пункт, друзья, пока забудьте про любую медиасеть, она вам вообще пока не нужна. Об этом мы поговорим немного позже, я вам расскажу о всех медиасетях и в какую лучше всего подключаться. Но до этого нужно еще дойти, пока вам это не нужно ни в коем случае. Ну вот теперь, друзья, вы умеете создавать YouTube канал. В следующем уроке мы с вами разберем более подробно весь интерфейс вашего канала. Напоминаю, что с вами был Артур Рус. Выпуски на моем канале выходят ежедневно в 19:00 по московскому времени. На своем канале я рассказываю о школе YouTube, как зарабатывать на YouTube, как делать серые каналы, как создавать авторские каналы, как их продвигать, как продвигать свой бизнес на YouTube, а также как зарабатывать в интернете без каких-либо вложений и как раскрутиться в соцсетях. И довольно часто в своих видеороликах я раздаю различный бесплатный полезный софт. Если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Нажми на красную кнопку перед тобой, и ты всегда будешь в курсе всех событий и не пропустишь самые интересные видеоролики. А также твоему вниманию я предлагаю два классных видеоролика. Для того чтобы их посмотреть, просто кликни по картинке. Обязательно в благодарность ставь лайки под этим видео, это там где нарисован большой палец вверх. Ну и в благодарность поделись этим видео у себя в соцсетях. Для того чтобы это сделать, нажми на кнопочку поделиться и выбери любой удобный способ для себя. Помни, друг, любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему – это информация. А на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующем видеоуроке. Пока-пока.